Привет, меня зовут Эмиль, я премиум-тренер тренажерного зала «Марион». Сегодня мы будем с вами делать фронтальную тягу на мышцы спины. Какие основные моменты во фронтальной тяге? Мы прежде всего фиксируем корпус, держим спину ровно. Движение начинаем с того, что мы отводим плечи назад и сводим лопатки, чтобы непосредственно работали мышцы спины, чтобы мы не за счет рук, не за счет бицепса делали тягу, как это зачастую бывает, а именно за счет мышц спины.